вы тормознули здесь из-за чего? Колонка вся стала, я не знаю, что причина была там. Впереди что-то было, все остановились, мы остановились, и в это время удар прошел. Угу. Вас догнала вот эта вот 14-я? 14-я, да. Вышли все, багажник зажат был. Говорит, знак есть, есть, выставил знак. Айда, говорит, ко мне сядем. Заполним там схему, не будем ГАИ вызывать. Только сели, буквально бумаги начали разбирать. И сильнейший удар произошел. Мы вперед подали сначала, потом откинуло, а под головой, ударили. Не поняли, что такое сначала. Ну, то есть, да, действительно, хорошо, что не сели в эту в 14-ю. Я говорю, у меня бумаги там чисто заполнены, там схему составили, ко мне сели. Да и у него потекло все, ребят, у меня хоть работало, тепло, дождь шел сильно. Да, ну впереди идут работы дорожные, да, из-за этого колонна тормозит. Может быть, да, дорожные работы. Только светофоры, там они все метры.